и сотрудники Центра образования. Вас приветствуют учащиеся 4 класса Б. Мы продолжаем цикл передач «Вокруг света», и сегодня мы отправляемся в западное полушарие Земли. Нас ждет Америка. Америка – часть света, к которой относятся два материка – Северная Америка и Южная Америка, а также прилегающие острова и Гренландия. Официальной датой открытия Америки считается 12 октября 1492 года, когда экспедиция Кристофора Колумба, следующего по направлению к Индии, натолкнулась на один из Багамских островов. Колумб назвал остров Сан-Сальвадор. Существует природное разделение Америки на два материка. Границу между Северной и Южной Америкой проводят по Дарьинскому перешейку. В Северную Америку входят США, Канада, Гренландия, Бермудские острова. Лидер региона США. В состав входит 50 штатов. Занимает среднюю часть материка на севере, граничит с Канадой, на юге с Мексикой, столица Вашингтон. Основная достопримечательность – Статуя Свободы в Нью-Йорке, которую подарила США Франция в 1886 году как символ дружбы и сотрудничества, а также как символ свободы и новых возможностей для иммигрантов. На востоке страны расположены горы Аппалачи, к западу простираются кордильеры на 18 тысяч километров во всю длину американских материков. В разных частях большой страны различный климат, разная растительность, разные животные. Среди них стоит отметить самого большого медведя, входящего в горах в западной части Северной Америки. Медведя гризли. У зверей густой мех, от серого до светло-красного бурого цвета. Живет преимущественно в горах. Впадает в зимнюю спячку. Рассказы о свирепости гризли преувеличены. Также здесь обитают скунсы и степные бизоны. Скунс – хищное млекопитающее, семейство куньих, довольно неуклюжие, на коротких ногах. Мех густой и пушистый, особенно на хвосте. Под хвостом находятся особые железы, вырабатывающие резко пахнущую едкую жидкость. В случае опасности скунс выбрызгивает ее в сторону врага. Степной бизон – могучее копытное животное, весом от 700 кг. Обитает в прериях небольшими стадами. Индейцы охотились на бизонов. Мясо употребляют в пищу. Шкуру используют для изготовления одежды, обуви. При постройке вигбаума из шерсти плели веревки. Кости, рога и копыта шли на орудия труда. К концу 19 века бизонов истребили полностью. Белоголовый орлан – величественная и сильная птица. У них очень развит дух соперничества. Орлан может бросить свою добычу, чтобы отнять добычу у сородича. С 1782 года белоголовый орлан – национальный символ США. Канада расположена на севере американского континента и островах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Она является второй по величине страна в мире. По размерам больше нее только Россия, столица Оттава с 1857 года. Крупные города – Монреаль, Торонто, самый большой на канадский город, Ванкувер, Квебек. Значительная часть земель Канады – тундра и тайга. В тундре летом растут мох, лишайник, травы и цветы. В лесотундре – карликовые деревья. Разнообразен животный мир. Здесь обитает северный олень, тундровый волк, заяц-беляк, белый медведь, писец, медведь, лиса, рысь, белка, куница, бобер. Барибал – млекопитающее семейство медведя. Отличается от бурого медведя черным, более коротким мехом. На зиму взлегает в берлогу, обитает в основном в малонаселенных районах, питается преимущественно растительной пищей, иногда мясом, падалью и даже нападает на домашних животных. Бобр – один из символов Канады, наряду с кленовым листом и королевской канадской полицией. Вапити – благородный американский олень. Осенью самцы вапити агрессивны, бьются друг с другом рогами. В начале весны сбрасывают рога, но они
начинают расти снова. Уникальная природа Канады привлекает сюда огромное количество туристов. Это один из немногих районов, где естественные природные комплексы сохранены в первозданном состоянии и находятся при этом поблизости от современных городов. Джаспер – национальный парк в Канаде. Площадь около 1 миллиона гектара. Создан в 1907 году. Для осмотра парка оборудовано около 1000 километров пеших и верховых маршрутов. Здесь бывает около 500 000 посетителей в год. Южное окончание Северной Америки принято называть Центральной Америкой. В этом регионе более 20 государств. Самое крупное – Мексика, со столицей Мехико. Мексика считается родиной кактусов. Это растение засушливых мест, пустынь, с чем связаны особенности их строения. Мясистые стебли, запасы влаги, листья, превратившиеся в колючки. Некоторые кактусы достигают 15 метров в высоту. Крупнейший из островных государств Карибского региона – Республика Куба. Она занимает одновременный остров близ берегов континента. Столица Гавана. Центр Гаваны объявлен ЮНЕСКО историческим памятником и является важным объектом мирового культурного наследия. На этом наша передача заканчивается. До свидания, до новых встреч!